Всем привет, я в магазине Галамарт, город Орск, Новоснецово. Давайте смотреть ассортимент товара и новинки вместе. Итак, смотрите, какое полотенце махровое с вышивкой. 100% хлопок. Такая вышивка интересная. Как подарок, вообще отлично, 460 рублей. Мятные латы махровые. А еще полотенце. Жалко, что здесь не указан размер. А здесь тоже, смотрите, какой бордюр интересный. Будто вязаный, 469 рублей. Ух ты, набор бокалов «Шотландка». Две штуки в наборе, 429 рублей. Такой красный, красивый. 429 рублей. Подсвечник. 429 тоже. И тоже вот бокал удлиненный. Видите, какие. $499. Это для шампанского и для вина. Всегда забываю, какое для шампанского, какой бокал для вина. Смотрите, какой плед вязаный. Мятный латы. С рифленым рисунком. С бахромой. Какой красивый. 1,30 на 1,70 м. 100% акрил. Какой-то размер. Ни туда, ни сюда, мне кажется. Красивый. Полотенце вафельное. Мятные латы тоже. 100% хлопок. С такой телегой есть. Есть с цветочками. Есть кофейный цвет. Вот с пчелкой. 150 рублей. А это что? Полотенце махровое с кружевом. Тоже подарить красиво, да? С цветочком, с таким. Вернее, с бантиком. 169 рублей. Вот такие я, по-моему, как-то не показывала тоже недавно. А вот здесь уже уценка. 245 рублей, были 350. Здесь пара. Вот такой. Для вина и для шампанского. Конфетница, что это? Наверное, конфетница. А крышечка к ней должна быть. Крышки нету. 149 рублей. Кружка 300 миллилитров. Фарфор «Любимый кот». Вон еще один есть с рыбкой. 4 дизайна. Я сначала думала, что это глаза. А это кофе стоит. 125 рублей. Керамика. Вот кофе тоже. Несколько вариантов. По 125 рублей. Фарфор блюз. 119 рублей. Краски вкуса. И все, 4 дизайна. Не буду все показывать. Керамика. 145 рублей. Светленькие и синие. 390 миллилитров. О, какие красивые расцветки. Стекло. Мозаика. Банка для сыпучих. Большая, маленькая, еще поменьше. И кувшин. Тарелочки появились новые. Боже, какие они красивые. Смотрите, какая расцветка. Просто шикарная. Как мне понравилось. Лия, тарелка десертная, 20 сантиметров. Есть, смотрите, салатник Лия. И есть большая тарелка, подстановочная, паловое стекло. О, красиво. И такие пастельные тона, прям отличные. А такие мне уже не нравятся. Вот с каймой тоже интересная. Само опаловое стекло такое белое-белое. Красивое тоже. Эти есть салатники. Это уже виола. Виола. Также и десертные, и подстановочные. Дарина, кружки 320 миллилитров, опаловое стекло.
Это Дарина, это Виола. Это тропическая кружка. Тоже Дарина. 169, 185. А еще есть пары чайные. Тоже опаловое стекло, 219 рублей. Вот, интересно сделана пара. Ну, а вот увидела еще большую. Большой салатник огромный. Смотрите, 265 рублей. Сразу не заметила. От досок разделочных здесь просто видимо-невидимо. Очень много бамбук, наверное, скорее всего. Есть и большие. У меня вот есть большая, да, но мне не очень удобно постоянно ей пользоваться. Доска разделочная 43 на 26 и 1,5 сантиметра в высоту. Большая. Стоит 479. И есть поменьше. Вот такая самая то, 30 на 20. И стоит бесценно. Нету ценник. Есть такие мягкие. Много досок здесь, конечно. Также очень много подносов. По 300, по 200 рублей. Также и вилки, столовые ложки. Здесь тоже очень много. 6 штук. Вот такой набор. Стоит 335 рублей вилочек. А вот красивые какие. 309. Есть цветные, но мне такие не нравятся. 335. Есть и ложки такие. И маленькие ложечки. Ложки. 309. 6 штук. А вот длинные такие. Ложка десертная, лоза. Какая она красивая, блестящая. Зверушка. Детская ложка. А такая шумовка. Нержавеющая сталь. Цены вы видите. Силиконовые ложки. Лопатки, ложки. А это что? Лопатка, нож кулинарный. Пластиковые салатники. Миска с крышкой, оказывается. Там еще вон крышки есть. Ну, такие силиконовые. Мне кажется, такая не лопнет. Крышка. Вот такая миска. Есть маленькая, есть квадратные. Побольше, поменьше. Круглые, побольше, поменьше. И вот такие широкие миски есть. И вот ценники. В горошек. Матрешка такая. 3 штуки. Есть зелененькие, голубые. По 135 рублей. И смотрите, банный набор подарочный. А шапка и мочалка. Шапка с вышивкой. А смотрите, мордахи разные. И полотенце махровое. Так, наборы 249 рублей, а полотенце махровое 290. Разные. Вот тоже набор. Плед и термокружка. Набор термокружка плюс плед. 599, а стоил 999 этот набор. Плед 75 на 100. Наволочка с совами. Вот так вот смотрится. 199, 43 на 43. Есть просто стеганые, простеганные такие. 175. А это что такое? Натяни сказку. Футболка такая со сказкой. 399. А, вот, ну вот, нарисовано же. Спортивные футболки. Женские, детские, мужские. Это как для фотосессии, наверное. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, а мне приятно. Переходите на мои другие каналы. Пока-пока.